В Ульяновске на улице Звездной стараниями жителей появился новый благоустроенный уголок. Горожане его создали под патронажем ТОС. Место здесь нашлось всему. И площадки для мини-футбола для подростков и молодежи, и качелям для деток помладше. На этом месте у нас была свалка. А сегодняшний праздник мы организовали благодаря этим всем жителям, благодаря тому, что мы объединились, благодаря нашей сплоченности. И огромное спасибо хотел сказать председателю нашего ТОС Сидорову. Он нам очень много помог в этом деле. Завез нам грунт, завез нам песок, выделили нам технику, нам все разровняли. А дальше мостовчане на подготовленной площадке устроили качели и организовали праздник. Кто-то поил чаем, кто-то напек пирожков, кто-то принес арбузы, играла музыка, смеялись дети. Праздник стал поистине общим. Ведь совместная работа и совместный досуг сплачивают.